В заключение своей, так сказать, автобиографической справки я хочу прочитать стихотворение, которое я написал в честь 66-летия Победы. Я написал стихотворение, которое называется «Я ветеран». Я ветеран священной войны, отечественной, тем и великой, честь отстоявшей своей страны пред фашистскую сворою дикой. Я ветеран и счастлив, и горд, что сумел сохранить Россию. Желтое поле и небосвод с ярким солнцем безбрежним. Я ветеран судьбой непростой, всем живущим желаю страстно выпить нынче за праздник святой, за величие солдатского братства. Я ветеран священной войны, отечественной, тем и великой. Вот и хочу я для своей страны лишь доброты, но не жестокости дикой. Есть в жизни такая примета: чем больше ты даришь людям тепла, с лихвой получишь в ответ на это. Дари его, люди, дарите, люди, дарите, люди, тепла и добра. Спасибо. Годится?